Нормальный-то человек не может не понимать, ну, простые вещи, скажем. Вот он хвастался ростом российской экономики. Да, 3,5% рост ВВП. Но ведь это рост ВВП не за счет развития... Военного ВВП. Это военный ВВП. Это, условно говоря, танк вышел с Уралвагонзавода, поехал на украинский фронт, и там сгорел после редкого попадания в него какого-нибудь стугны американского джавелина. И все, и привет. И эти 3,5% превратились, образно говоря, в груду не подлежащего восстановлению металла. И потом, значит, этот танк показывают на Крещатике.